Между тем, все образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году. Завершены текущие капитальные ремонты школ. Накануне глава региона Александр Цибульский лично проинспектировал 5-ю городскую и искательскую школы. Алина Ваучейская продолжит. Первая точка в маршруте проверяющих – 5-я городская школа. Здесь этим летом впервые провели капитальный ремонт. В здании 2000 года постройки заменили двери, покрасили стены. Одним словом, обновили все помещения образовательного учреждения. Так, например, в столовой заменили кафельную плитку, отремонтировали и актовый зал. Там установили подвесные потолки. Кроме того, в школе полностью заменили системы электроснабжения и противопожарную сигнализацию. Частично заменена и отремонтирована крыша, и дальше еще планируется эту работу завершить. В принципе, я думаю, на следующий год мы сделаем ремонт именно полов и полностью приведем школу в нормативное состояние. Также планируется сделать еще спортивную площадку и полностью благоустройство территории школы. Проинспектировали и искательскую школу. Здесь, пока ребята отдыхали на каникулах, обновили помещение пищеблока. Столовая в здании 1975 года постройки находилась в плачевном состоянии. Откладывать ремонт было нельзя. Полностью заменили полы, заменили кафель на стенах и на полу в пищеблоке, купили некоторое оборудование новое, так что дети придут в обновленную столовую. Что же касается нового здания искательской школы, его планируют построить в 2022 году. Трехэтажное здание, состоящее из 6 блоков, кроме классов, кабинетов и производственных помещений, будет включать в себя современную библиотеку с доступом к сети интернет, актовый зал на 600 мест, тир, а также залы для занятия фитнесом и гимнастикой. Согласно проекту, этапы производства работ не будут мешать учебному процессу. Как только возведут новое сооружение, снесут старый одноэтажный корпус. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».